Зачем нужен новый светофор, если все равно не работает? На пересечении Стерлибашевского и Оренбургского трактов стоит новый электронный регулировщик без признаков жизни. Светофор светодиодный и с таймером обратного отсчета. На вопрос горожан и жителей района о причинах ответил представитель Федерального дорожного агентства. Строительно-монтажные работы были завершены в мае текущего года. В связи с тем, что питающие линии электропередач, от которых можно было запитать светофорные объекты, находятся достаточно далеко, в настоящее время подводятся питающие линии к светофорным объектам. И, соответственно, ввод в эксплуатацию объекта намечен после выполнения всех пусконаладочных работ, ориентировочно в августе месяце этого года. За последние три года на этом перекрестке произошли 10 ДТП с жертвами. Погибли трое, 21 человек пострадал. Это основная причина установки светофора на перекрестке.